Всем привет, ребятки! И в этом видео мы с вами будем играть в очень классную игру «Выбери дверь». Ребята, игра точно будет страшная. Ну что, ребятки, сейчас мы будем с вами выбирать дверь. Мне реально немножко страшно. Ну что, мне кажется, давайте пойдем во вторую дверь. Мне кажется, она как-то выглядит немножко поприкольнее. Ребята, выбежала какая-то собака и убила меня. Ребятки, мы с вами не угадали. Ну что, ребятки, напишите в комментариях, в какую дверь пойти. Ну что, давайте тогда пойдем в первую. Может, нам наконец-то повезет. Так, аккуратненько. Фух, вроде бы нам повезло. Так, ага, видите, как тут хитро сделано. Ну что, сейчас нам нужно паркурить по вот таким вот камушкам. Так, фух, нормально, нормально все. Так, супер все. Так, фух. Ребята, я упал в лаву, боже мой. Это реально было достаточно стрёмно. Так, ну что, прыгаем дальше. Так, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Фух, опять не допрыгнули. Да что ж такое? Как можно пройти этот паркур, если ты просто не допрыгиваешь? Так, возможно, нам нужно прыгать на другой камушек. По-моему, нам нужно вот так вот сделать. Вот так вот. Да-да-да. Блин, да что ж такое? Опять не так. Блин, ну я сейчас прям примерно понимаю систему. Как нам пройти этот паркур? Так, сюда, сюда. Теперь, как я понимаю, нам вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. И все, ребятки, мы допрыгнули. Боже мой, опять, ребятки, нам нужно выбирать дверь. Ну что, давайте по традиции выберем вторую дверь. Так, фух, так, так, фух, ребятки, мы угадали, реально топово. Так, ну что, так, сейчас, как я понимаю, нам нужно проваливаться куда-то. О, боже мой, а что это значит, ребятки, что это за клоун? Куда убежать? Блин, ребятки, я не смог двигаться даже. Это реально было как-то стрёмно. А давайте посмотрим, что в других дверях. Ну, давайте все-таки еще раз сходим к клоуну. Так, двери открываются. Так, ну что, давайте еще раз сходим к клоуну. А вообще, как я понимаю, у нас что-то не выходит, потому что двигаться я здесь не могу. Получается, это какая-то ошибка, что ли? Так, ладно, ребятки, мы опять умерли, и клоун нас опять съел. Давайте выберем первую дверь, посмотрим, что там. Так, опять это же. Что? Давайте посмотрим в третью дверь. Они что, неужели они все одинаковые? Блин, реально тут... Все во всех дверях, все одинаковое. Давайте побежим вот сюда, вот в первую дверь, посмотрим, что там. Может, там будет что-то интересненькое. Или там тоже будет клоун. Ну, давайте посмотрим. Так, прыгаем. Так, о, боже мой, ребятки, что здесь происходит? Тут нас что-то будет бить битой. Так, ну этот уровень достаточно быстрый и легкий, поэтому мы сможем его, я думаю, быстро пройти. Так, все хорошо, все нормально. Так, сейчас нам нужно прыгать на вот такие вот квадратики. Надеюсь, мы не попадемся на вот такой вот лазер. Так, прыгаем, 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 прыгаем. Так, все хорошо. Так, давайте опять по традиции пойдем во вторую дверь. И, ребятки, у нас не вышло, оттуда выскочил клоун. Да, это было стремновато. Ну что, ребятки, давайте выберем первую дверь. Фух, неужели нам повезло? Так, мы сейчас подходим к какому-то участку, что ли. Так, ну что, давайте же не наступим на эту страшную бомбу. Фух, прошли достаточно быстро. А что теперь нам нужно делать? Мы в каком-то стрёмном полицейском участке. Давайте поднимемся наверх. Так, 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 так. Так, сюда мы войти вроде как не можем. И сюда тоже. Хотя я вижу в каждой комнате дырку в стене. Так, это немножко меня пугает, но все равно, ребятки. Так, сюда. О, мы куда-то смогли войти. Так, как я понимаю, нам вот сюда вот... О, боже мой, нас куда-то перекинуло. Где мы? О, боже мой, кто это такой, ребятки? Ребята, напишите мне в комментариях, кто это такой. И что он здесь делает. Реально как-то стрёмненько. Так, может быть, зайдем вот сюда вот. Так, о, тут двери тоже открылись. Хм, интересненько. Так, что нас здесь ждет? Боже мой, здесь нас ждет какой-то человечек. Тоже не сюда, походу. Так, тоже не повезло. Ладно, ребятки, ну что, пошли дальше. Так, давайте зайдем еще и вот сюда. Вот, может, здесь хотя бы что-то найдем. Так, тут. Так, о, боже мой, что это еще такое? Такого мы еще не видели. Это реально как-то очень стрёмно. Ну что, ребятки, давайте же подниматься еще выше. Так, второй этаж. Так, ну что, заходим вот сюда вот. Может быть, здесь нам наконец-то повезет, и мы зайдем куда-то. Блин, нет, ребятки, нам точно не повезло. Опять что-то стрёмное. Так, ладно, ребятки, ну что, поднимаемся теперь с этой стороны. Так, в этой двери мы были. Так, ну что, ребятки, заходим вот сюда вот. Возможно, мы чего-то все-таки добьемся. Интересно как-то. Так, ну что? Что мы тут?
Блин, что-то нас вообще выкинуло. Боже мой, опять мы в этой комнате. И опять нас догоняет вот такой вот чудик. Ладно, ребятки. У нас еще осталось одни двери. Ребята, одни двери. Ну что, давайте попытаемся и посмотрим, что к чему. Так, возможно, нам здесь повезет. Так. Что? Почему нас никуда не перекидывает? Тут я просто умер. Что, ребятки? Что произошло? Это вообще что-то вообще непонятное. Так, ребятки, давайте еще раз поднимемся. Этого я чуть-чуть не понял. Может, это какая-то ошибка или глюк? Так, мы поднялись. Вроде бы все хорошо. О, боже мой, ребятки, опять нам не повезло. Да что ж такое? Что это вообще непонятное? Блин, ну это, ребят, какой-то полный капец. Так, что делать дальше, я не понимаю. Так, ну мы вроде бы здесь везде были. Есть вариант обойти еще раз. Но будет ли смысл, это вопрос. Так, тут мы были, и тут мы все проходили. Да, как-то немножко непонятненько. Так, чуть-чуть вообще не понимаю, что делать дальше, ребятки. Так, ну что, ладно. Может быть, нам еще походить, ребятки? Напишите в комментариях, что нам делать в таком случае. Так, опять поднимаюсь на второй этаж. Может, найду что-то там интересное опять. Хотя, конечно, у меня есть большие сомнения, что мы что-то сможем найти. Так, о боже мой, ребята, что это было? Это вообще как-то немножко стрёмненько. Какое-то стрёмное дерево меня догнало. Ребятки, если вы хотите продолжение этой карты, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо большое за просмотр. Всех очень сильно люблю. Всем удачи, хорошего настроения. Всем спасибо. Всем пока-пока.